Всем привет, меня зовут Александр, и это мой влог 1 мая. Поздравляю вас всех с праздником, День труда. Кстати, это международный праздник, и он отмечается реально по всему миру. Мы сегодня с Женей приехали на Биокарасу Желябовка и будем, наверное, купаться. Почему? Потому что ребята уже купаются. Вот речка, а вот ребята уже решили открыть купальный сезон. Смотри. Опа! Представь, уже купаются. 1 мая. А ты чё? Огонь. Ну, ребята говорят, тепло. Купаются, но не знаю, градусов, наверное, 10, не больше она. Ну, я так думаю, по ощущениям. Так что мы тоже сейчас будем купаться. Женька взяла купальник. Ну, может быть, даже и без купальника я ее уговорю. Поскольку, скорее всего, без купальника. Поскольку сегодня такой вот великий праздник. Международный, как я говорил. В общем, сегодня такой первомайский влог. Легенький, коротенький. Ну и, соответственно, вы сегодня с нами. Плотине продвигаюсь. Слышите шум? А слева от меня там уже гуляет целая компания. Весело им кричат, поют. Музыка у них рубает. А я подхожу к плотине. А как-то воды что-то немного. Я ожидал, больше будет. А почему? Да. Это здесь было? Да. Вот здесь я купался. У меня даже видео есть, правда, на другом канале. С тайганского водохранилища спускают воду, а здесь ее как-то мало. А в других местах Биокарасу реально там переполнено. Вот в Новоивановке там все залило. В Уваровке тоже там все разлилось. Реально очень широкая река. Почему здесь так мало воды, я не понимаю. Короче, какая-то магия. В общем, вот здесь она сливается, и вот такая здесь заводь. Можно даже, кстати, рыбачить. Я думаю, здесь много рыбы. Ну и дальше она идет туда. Вот широкую часть туда мы побьем чуть попозже. Я, короче, вообще в шоке. Я не узнала это место. Тихо, блин, дело. Боишься? Женя, трусиха редкая. Я уже много раз был на этой речке, прогуливался, но вот я не был... В этой части вот куда-то тропа ведет. И я вот впервые реально сюда иду. Мне интересно, что там тоже, что ли, речка? Вот тропинка. Куда-то же она... Ох, блин, так тут тоже речка получается. Смотрите, и здесь русло. Офигеть, здесь впервые. Дерево прямо по центру речки. То есть я говорю, что уровень воды поднялся. Здесь тоже довольно широкая часть русла. Ничего себе. Правда, она такое грязная, но в связи с тем, что уровень воды поднялся. Получается, и справа от меня вода, русло, и вот слева. Но здесь я в этой части впервые. Почему я сюда пошел? Сюда тропинка идет, ведет. Ну и я поперся по ней, хотел пописать. Ну и вот оказался здесь. И стоило нам уединиться, осторожно, головой не ударься. Женя сразу предлагает целоваться. Говорит, поцелуй меня. Зачем ты рассказываешь? Час уже нахожусь возле речки и уже 3 раза пописал. Но сейчас не об этом. Вы послушайте звуки природы. Птицы щебечут, причем повсюду. Вышли на такой бережок. Сейчас идем, кстати, к плотине самой большой и посмотрим, что там происходит. Надо воду потрогать, тепло или нет, как ребята купаются. Ой, блин, мать твою, ну, нормально. Твою мать холодная, ты не, чего? Я бы сказал, на градусов нет, 10 нет, градусов 14-15, я думаю, уже. Слышите шум? Это уже плотина, вода сливается, я сейчас покажу. Плотина Гувера. Но воды меньше, чем я ожидал, честно говоря. Но она чистенькая, прозрачная. Оп! И подо мной обрыв. А в противоположную сторону очень много живности, утки. Оп! Ныряют. Классно, я сейчас попробую спуститься туда, ниже, где вот камни. Здесь нужно осторожно, но здесь предусмотрено, что ступеньки вырыли местные жители. Ух, и аромат здесь чистой речной воды. Правда, здесь вот такие препятствия. Важно не сломать, не пораниться. Но я-то бывалый, поэтому мне не грозит ничего здесь. Камни. Интересно, рыба где? Или ее здесь вообще нет? Хочу еще дальше, на середину пробраться. Короче, чтобы вы понимали, куда-нибудь вот туда. Аккуратно. Я это сделаю. Блин, скользко, когда наступаешь на такой камень, который водой смочит. Все, я в центре. Смотрите. Пробрал. Ну, конечно, воды меньше. Я ожидал больше, сильнее потока. Потому что вы видели, что творится в
Симферополе, на реке Салгир, там такие бурные потоки, очень много, прям разливалось и затапливало набережную. И я думал, бью красу, будет примерно такая же картина, но нет, здесь все иначе. И повсюду птицы поют, щебечат. Это кайфово находиться. Кукушка даже, я не знаю, если вам слышно, я сейчас умолкну. Кукушка реально. Она кукует мне лет 120. Мне интересно, что это за руины. Что здесь происходило? Ну, я думаю, тоже какая-то старая плотина. А иначе на речке. Что она делает? Зачем строить что-либо на речке? Прям, да, на русле. Заброшка. Наследие Советского Союза. Кто-то меди наловил и, короче, их убил. И теперь здесь куча трупов. А ты думаешь, это отсюда они? Так, я аккуратно, надеюсь, пройду и не упаду. Оп. Что вы меня звали? Проходите, сэр. Я здесь нашла скамеечку. Угу. Че, классно здесь на солнышке, так хорошо. Прям вот душа прям радуется. Уточки плывут. Я говорю, Саш, ты уточек хоть снял, ребята? Все снял. Им уточки как раз нужны. Им курочки нужны и телочки. Зачем им уточки? Классно, вы посмотрите. Какая широкая, красивая река. Наслаждайтесь. Кстати, нет шашлычников. То есть никто вот в этой части вообще шашлыки не жарит. Вот где мы были в начале влога, на плотине, туда вот по дороге, там несколько компаний сидит. А в этой части почему-то никого нет. Посмотрите, какой круг из украинских номеров. Тут какие-то скульптуры, инсталляции. В общем, народное творчество. Из велосипедных звездочек сделана какая-то штука. Кто-то старался, да, лепил это все. Ну, в общем, тут разные. А вот из кранов, вентили от кранов. Посмотрите, какой ветряк. Пустую вращается, а ведь мог электроэнергию вырабатывать. На этом я заканчиваю свой короткий влог. Короче, сегодня 1 мая. День труда, международный день труда мы провели здесь, на речке Бьюк-Карасу. Ну, часть его. Короче, как и полагается, в день труда мы не трудились. Если понравилось видео, обязательно поставь лайк и оставь свой комментарий. Всем пока, до следующего видео.